Дагестан – регион-лидер по количеству молодежи. С молодежным парламентом при Народном собрании республики встретился спикер Заур Аскендеров. Он отметил, в Дагестане активно развиваются молодежные организации, в том числе волонтерские и движения первых. Сегодня в регионе молодым людям помогают раскрыть потенциал и найти дело по душе. В меры поддержки входят образовательные программы, курсы профессионального развития, стимулирование предпринимательской активности.